Всем привет! Сегодня будем готовить яблочный манник с отрубями. Манник – это простейший вариант сладкого пирога, вкусного, сочного, мягкого. А добавление отрубей в манник сделают его не только вкусным, но еще и полезным. В глубокую посуду высыпаем 2 чашки манной крупы. В манную крупу я уже добавила 2 столовые ложки пшеничных отрубей. Объем чашки 250 мл. В манную смесь добавляем 250 грамм простокваши, кефира или йогурта. Все хорошо перемешаем. Немного разровняем поверхность смеси. Накроем крышкой и оставим минут на 30 для разбухания крупы. Взобьем 2 яйца до образования пены. Не прекращая взбивания, добавим 100 грамм сахара. Сладкоежкам количество сахара можно увеличить. Продолжаем взбивать до образования белой пышной пены. Выкладываем набухшую манную крупу в яичную смесь. Вымешиваем в миксере до тех пор, пока в тесте не останется комков. Добавляем в тесто 1/2 чайной ложки соды. Добавляем яблоки, очищенные и натертые на крупной терке. Все еще раз перемешиваем. Можно вручную, можно миксером. Вместо яблок можно добавить апельсины, банан. Пирог будет такой же вкусный, только поменяет название. Апельсиновый манник, либо банановый манник. Готовое тесто выкладываем в форму, покрытую пергаментом. Если вы используете круглую форму, то под видео я дам ссылку, как подготовить круглую форму к выпечке. Равномерно распределяем тесто по площади основания формы. Выпекаем пирог в предварительно разогретой до 180 градусов по Цельсию духовке примерно 45 минут. Готовый пирог остужаем на решетке, не вынимая его из формы. Остывший пирог освобождаем от формы и от пергамента. Перекладываем на блюдо и отрезаем кусочек. Необыкновенно вкусный, сочный, мягкий пирог готов для чаепития. Приятного аппетита! Всем удачи!